А ты сама переживала, когда переезжала? Очень плохо поняла. У нас, в принципе, с китайцами отличается мышление. Снег идет, ноги есть, что ли. Насколько тяжело вести бизнес в России? Да я очень люблю русскую баню. Потом бежите голенькие, прыгайте в воду. Не-не-не, так голенькой я не могу. Это проект «Мы и они на выезде», и я его автор Мария Шахова. Я продолжаю ездить по регионам России и показывать вам, как живут иностранцы. А следующая остановка – центральный рынок? Спасибо. Нина, Китай. Родилась и выросла в Ухане. 13 лет назад переехала в Россию по любви. К языку, культуре и будущему мужу, коренному воронежцу. Владеет сетью чайных домов, обучает китайскому и проводит экскурсии для иностранных студентов по воронежскому рынку. Искренне считает, что именно там можно прочувствовать наш менталитет, а еще попробовать настоящий русский квас. Нина, мы находимся на центральном Воронежском рынке, и я знаю, что он официально признан местной достопримечательностью. Да, я сюда провожу официальные китайские делегации и китайских студентов сюда. Но я знаю, что ты приходишь сюда в том числе для того, чтобы купить продукты. Я предлагаю сейчас пойти прогуляться твоим привычным маршрутом, но перед этим давай объясним нашим зрителям, почему китаянка носит имя Нина. Моя фамилия Не, имя На. Нина созвучно с русскими именами Нина. И поэтому здесь, в России, меня зовут Нина. Что, мне кажется, это очень удобно, конечно, для русских. Нин, куда идем? Руководи. Сначала овощ. Туда. Ты, получается, впервые приехала в Воронеж в 2009 году. Да, вслед верно. За мужем. Ты, получается, училась в Китае. Точно. И изучала там русский язык и культуру. Да. А он изучал китайский язык. Да, да. Расскажи, почему ты выбрала изучать именно русский язык и русскую культуру? Честно говоря, это профессор выбрал меня, а не я выбрал профессор. Это судьба выбрала меня. Первый день, когда мы встретились с нашим деканом, он сразу сказал нам: «Уважаемые студенты, разве вы здесь изучаете русский язык? У вас обратной пути нету». Почему? Потому что это не легкий путь. Ну, ты знаешь, вообще, мне кажется, что самый сложный язык для изучения как раз-таки китайский. Очень сложно, потому что из-за того, что китайский язык есть разные данные. Например, «чингун» — это «разрешите спросить». А «чингун» — это «нежно поцеловать». Представляешь, перед тобой, ты в Китае, да. Перед тобой красивый китайский парень, ты хотела спросить у него куда-то поехать. Ты сказал ему, что «чуэн», разрешите спросить, а он слышал: «давайте поцелуемся». А что ты будешь делать? Что он будет делать? Это очень прикольно. Слушай, а насколько вообще популярно сейчас изучение русского языка и русской культуры в Китае? Я как раз смотрела в сайте. В данный момент около 400 высших учебных заведений преподается русский язык. Когда мы начали изучать русский язык, нас посоветовали держать в рот воду. И мы так несколько месяцев так ходили. И когда мы ходили в университете, другие студенты сразу поняли: о, этот человек изучает русский язык. Гости, которые ко мне приходят на интервью, гости из разных стран, они, когда переезжают в Россию, в основном знают, знаешь, какие-то стереотипы. А что ты вообще знала о России, когда переезжала сюда? Знаешь, полтора года назад у меня был гость, китайский студент. Между прочим, он учится в магистратуре в Воронеже.
он в Китае увидел видео. Медведь ходит на улице и пьет водку. И русский ездит на танке. А он сказал, может быть, я мало хожу по Воронежу. Может быть, ты знаешь, где можно увидеть медведь. Что тебя, может быть, удивляло в нашем менталитете, когда ты только приехала? Киоски, магазины, всегда большая очередь. Когда кто посреднее? Еще такой момент. В Китае дается сами выбирать и сами попробовать. А когда я ходила в киоск, мне не дали попробовать, трогать. Я вообще в шоке была. Что? Он не хочет продать мне продукты, что ли? А еще в Китае можно купить сколько хотите. Можно 1-2 помидора выросли сразу. Килограммчик, 2 килограммчика. Зачем мне так много нужно, скажите? Много девушек даже не умеет готовить. Да? Да, да, да. Мне кажется, у нас в больших городах тоже как бы многие уже перестают. Ну, я недавно узнала, что когда моя мама вышла замуж за папу, она вообще не умела готовить. Это мой папа научил ее готовить. То есть у нас получается, когда мужчина выбирает себе невесту, он смотрит, чтобы она умела готовить. А в Китае наоборот, да? Девушка смотрит, умеет ли парень готовить, сможет ли он мне там завтраки в постель делать и вот это вот. Именно все. Так. Мясо берем? Да, я обычно у него покупаю мясо. А, то есть он тебя знает уже? Да. Нам сказали, что вы самый популярный. Ну, потому что он никогда меня не обманет сюда. А обычно когда обманывают? Когда только приехала сюда, я тоже попала в много неловкие ситуации. Здесь, на рынке? Дали мне не свежее мясо. Бывает, дали это уже порченные овощи. Здрасте. Ну, дайте нам, пожалуйста... Черешню. Черешню. Какой? Сколько девушек? Вот это ты будешь? Ну, давайте побольше, да. Побольше? Нина, ты в одном из интервью говорила о том, что твои родители очень переживали, когда ты, собственно, решила переехать в Россию. Они очень переживали, как я живу здесь, могу я наладить хорошие отношения с мужем. Если вдруг я заболела, что я могу делать? Они же не могут заказать первую помощь. А ты всегда была такая домашняя, родительская, там, папина-мамина дочка или самостоятельная? Я наоборот. Когда мне было 14-15 лет, я уехала в другой курс. Там училась с бабушкой, с дедушкой. Но в основном главная задача я самостоятельно решила. А в Китае принято, чтобы родители вмешивались... Ну, это разные родители появляются. Мои родители, они такие, они сказали, что ты уже большая, уже взрослая, ты сама решай твои вопросы. А ты сама переживала, когда переезжала? Нет, потому что с мужем вместе, он рядом со мной. Чего я боюсь? Я еще знаю русский язык. Конечно, очень плохо было. Ну, как-то все равно другой менталитет, знаешь, другие люди. Это да? Как раз интересно для меня посмотреть, как русские живут. Как, ну, там, например, тоже на рынке, сколько нового для меня. А учитывая, ну, то, что ты училась в университете, тебе много рассказывали о культуре России, о русских, видимо, тоже. Угу. И ты потом сюда приехала. Девочки, яйца не нужны, случайно? Не, яйца точно нет. Быстро. Спасибо. Вот то, что тебе рассказывали, и то, что в жизни ты увидела. Mm-hmm. Много что из этого совпало? Очень смешную историю. Когда на первом курсе преподаватель сказал, что когда он был в России, -25-30, вдруг русские колы убежит на речку и прыгали на реку. Мы не верили, мы думали, что он шутит. А я сейчас поняла, это просто русский ходит в бане. Да, сейчас я очень люблю русскую баню. Потом бежите голенькие, прыгайте в воду. Не-не-не, так голенькие я не могу. Нина, есть у тебя какие-то любимые продукты, которые ты можешь даже потом летаешь в Китай и берешь в качестве гостинцев родственников? Ой, много. Например, шоколад. Я недавно купила целый ящик и подарила родственникам. Еще детское питание очень качественное. Потому что я сама изучала, я выбрала точку, я знаю, что это хорошие продукты. А можно мы возьмем, пожалуйста, по плиточке? А ты какой любишь сама? Конфеты с водкой. С водкой? Да. Для меня открытие. Еще с перцем люблю, потому что я люблю острые. Так, 6 штук, пожалуйста. Нина, ну что,
К чаю мы все взяли. Давай. Предлагаю поехать в чайный дом и попробовать настоящий китайский чай. Давай. Нина, мы находимся в потрясающем месте, в таком очень атмосферном. Спасибо. Это твой чайный домик. Расскажи, что у нас здесь такое и чем будем заниматься. Это чайный стол, да. Это кайвар, то есть чашка с крышкой, а это кунгтаопэй, стакан справедливости. Справедливости? Да. Сейчас объясняю, почему. Потому что, когда я сюда, из кайвар, налью сюда, чтобы у всех одинаковый объем чая. Это справедливость. А что это за фигурки такие стоят? Это чайные питомцы. Когда мы пьем чай, они тоже пьют. Если у них цвет гармоничный, значит, хороший хозяин. Если цвет не так, хозяин надо подумать, что не так сделал. У каждого питомца есть свой символ, смысл. Но как, наверное, ты уже знаешь, для чего это? Для денег. Молодец. А еще знаешь, куда надо поставить? Нет. В какой стороне? Нет. Я тебе скажу один секрет. Только никому не говори. Хорошо. Смотри, это на самом деле это жаба. Uh-huh. Да. Смотри, здесь есть монет. Да. Что я делаю? Крутишь. Да, крутишь монет, чуанчэн. Еще есть такое китайское слово. Зарабатывай деньги. Да, то есть я... Зарабатываешь? Деньги, да. Отлично у тебя работаешь. Давай вернемся к твоей истории. Итак, ты, получается, первый раз приехала в Россию в 2008-2009? В 2009. Вместе с мужем. Да. А потом вы, получается, пожили немного здесь, уехали обратно в Китай, и в 2012 окончательно уже вернулись. И решили здесь начать свой бизнес. Да. И открыли чайный дом. Потому что первое время, насколько мне известно, вы просто возили чай из Китая. И угощали им своих друзей. Да, да. И поняли, что друзей становится все больше, все приходят пить чай, что пора бы уже сделать такое место, где могли бы все собираться вместе. Да. Все правильно, да? Да, все верно. И сейчас тебя знают как хозяйку. Да? И если бы мне показали фотографии, я бы никогда не подумала, что это Воронеж. Насколько Спасибо. Здесь все аутентично. Спасибо. Расскажи, насколько ваш бизнес успешен. И мне вот интересно, знаешь, удается ли тебе донести до русского человека вот эту вот чайную культуру, чайную церемонию или даже целую философию? Сейчас наши покупатели не только из Воронежа, и еще из других городов России. У нас есть свой личный бренд, мы уже зарегистрировали. Здесь не только русские приходят, и китайцы часто сюда чай пьют. Наши клиенты часто говорят, я как будто попал в Китай. Мы здесь пока объясняем, как правильно пить чай, и как вкусно пить чай, и как пить чай, чтобы полезно для здоровья. А расскажи, вот ты, когда приехала, ты увидела разницу вот именно в культуре питания между русскими и китайцами? Да, заметила. Китайцы гораздо больше внимания уделяют еде. Не только для приема пищи, иногда даже для делового общения. То есть посидеть, поболтать. Да, вопросы решаем. Да, да, да. И очень интересно, в Китае все вместе на столе положили, что вы хотите, вы сразу берете, что вы хотите покушать. А русские, у каждого человека своя отдельная тарелка. И первое блюдо, второе блюдо, третье блюдо еще. И каждый раз меняется тарелка. Так хлопотно для меня. Расскажи, насколько тяжело вести бизнес в России и насколько тяжело или там легко, не знаю, вести его в Китае. И вообще в чем вот разница? Честно говоря, что, конечно, трудностей много, но я не чувствую, что тяжело вести бизнес в России. Мы сначала очень боялись. Но когда мы действительно начали делать, оказалось все легко. В России делать бизнес. Я слышала неоднократно, что китайцы с таким
трепетом, что ли, неким относится к европейцам. И если ты человек с европейской внешностью, то ты можешь достаточно быстро сделать себе карьеру в Китае. Ну, то есть, условно, твой муж мог бы сделать себе очень быструю карьеру в Китае. Потому что для многих компаний это престижно даже иметь европейца в штате. Это правда или нет вообще? Я думаю, что китайцы очень ценятся хороших специалистов. Если ты действительно хороший специалист, конечно, тебе очень легко делать хорошую карьеру в Китае. Ты знаешь, для многих моих знакомых делать бизнес с Китаем, это называется купить что-то подешевле в Китае и подороже продать в России. Как ты считаешь, насколько вот эта модель вообще оптимальна для России? Ну, ситуация уже изменилась. Сейчас в Китае уровень жизни сильно улучшился, и поэтому цены тоже подняли. И поэтому, если вы хотите просто покупать, закупать из Китая, потом здесь продаются, это не факт, что сразу успешно бизнес. Многие еще говорят, что для китайцев не существует такого понятия, как дружба. Ну, то есть вот оно, точнее, как оно существует, но не в том понимании, как для нас, русских. Для китайцев дружба – это всегда партнерство. То есть мы с тобой равноправные партнеры, и мы дружим. А в России дружба – это когда ты там последнюю рубашку свою можешь отдать своему другу. Расскажи, вот ты это почувствовала и в чем? Если некоторые китайские бизнесмены, для них очень важна дружба. То есть, когда они ведут бизнес, сначала надо наладить хорошие отношения, чтобы друзья, потом с ними очень легко делать бизнес, и вы получите хорошие цены. Но сейчас молодые бизнесмены, они уже брали пример у европейцев и сразу пошли к делу. Да, так. Помимо чая, у тебя есть еще школа китайского языка? Да, да. Полиглоты вообще говорят о том, что китайский язык один из самых сложных языков. Расскажи, насколько русским, тут ты это видишь, собственно, потому что все твои ученики это русские, насколько русским тяжело выучить китайский, и как вообще спрос меняется? Ну, то есть больше ли количество людей сегодня приходит для того, чтобы выучить язык? Сложности это тоны на китайском языке. То есть для русского тяжело запомнить. Плюс китайский язык в основном иероглифы. А русский язык буквы. Немножко сложно запомнить, как писать иероглифы. Например, «ма» – это первый тон, ровно говорим, держим своим голосом. «Ма», да? А второй тон – «ма». А третий тон – «ма». Ну, как вопрос «ма», сомневаем, да? «Ма». А потом четвертый тон, как удар руками. «Ма». Повторяю. Я думаю, что я не справлюсь с этой задачей. «Ма». Первый «ма». «Ма». Первый это «ма». 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 Не спеши. Давай. «Ма». «Ма». Хорошо. Второй тон «ма». «Ма». Третий тон «ма». «Ма». Четвертый тон «ма». «Ма». Хорошо. А давай еще перевод скажем, что «ма» – это «мама». «Ма». «Мама». «Ма». «Лен». «Лен». А, да. «Ма». «Лошадь». «Конь». «Ма». «Ругать». Ну, то есть, если я хочу сказать, что «мама ругает», я тогда должна сказать «мама». А еще если пятый тон или нулевой тон, это очень легко. Очень легко. Просто «ма». «Ма». Да. А это что значит? Ага. Это пятый тон, нулевой тон. Очень быстро говорим, очень легко говорим. А как соединить, если я хочу сказать «мама ругает»? «Мама». 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 Мне кажется, это невозможно запомнить русскому языку. Сложно, да. «Мама». Расскажи, много вообще желающих с каждым годом учить китайский язык? Да, именно так. Последние полгода, полтора года, два года у меня количество учеников в три раза побольше, чем раньше. А почему так происходит, как думаешь? Я думаю, просто отношения между Россией и Китаем лучше и лучше стали. А как ты вообще вот считаешь, русские больше европейцы или азиаты? Русские – это русские. Это не повторяемый народ. Я не могу сравнивать с азиатскими и не с европейскими.
чувствую прям, что это настоящий такой китайский чай, потому что я прям взбодрилась, и мне очень нравится, как у нас идет такое сравнение между нашими странами, поэтому я предлагаю прогуляться по городу и продолжить сравнение, но уже более точно. Хорошо, давай. Мы находимся с тобой на центральной улице Воронежа. Да. Я знаю, что ты очень любишь эту улицу. Да, очень. Но я предлагаю немного прогуляться по ней. Давай. И по-прежнему сравнивать наши страны. Ты знаешь, вот многие мои знакомые, кто либо ездил как турист в Китай, либо переехал, все говорят о том, что очень сложно социализироваться. Но сложно именно с точки зрения того, что в Китае очень много людей и супер шумно. А вот ты как человек, который привык к такому количеству людей, когда ты приезжаешь в Россию, ты чувствуешь, как бы, что отдыхаешь или нет такого? Я думаю, это просто привычки. Может быть, питяне просто постоянно живут в России, поэтому они привыкли в тишину. А я, когда приехала сюда, наоборот, я чувствую, что почему нету людей? Моя сестра, я когда гуляла с ней по улице, она постоянно спросит у меня, где люди, где люди, где люди? Я сказала, это люди. Она сказала, почему так мало? Слушай, Нин, очень громко здесь, неудобно разговаривать, приходится прям напрягаться. Может быть, ты покажешь какие-то еще свои любимые места в городе? Нин, мы приехали с тобой в парк Орленок. Я знаю, что ты любишь это место. Да, очень люблю. Приезжаешь сюда, гуляешь. Да. Расскажи, чем вообще здесь занимаетесь обычно? Обычно с дочкой вместе гуляешь. Здесь смотрим, сколько денег. Там есть детская площадка. Дочка очень любит эти площадку. Хочу вернуться к нашему разговору про российско-китайские отношения, скажем так. Ага. Несмотря на то, что китайцы достаточно шумные, громкие, веселые, при этом я знаю, что как люди они закрытые. Ну, в плане... Да, это немножко наш менталитет. А у русских получается наоборот. То есть мы внешне очень закрытые, а внутри открытые. Много людей, когда только приехали сюда, они сейчас жалуются, что почему русские такие равнодушные. На самом деле, когда я начинаю общаться с русскими, я заметила, русские очень открытые, очень любят шутить. Да. А китайцы наоборот, то есть, с одной стороны, вы вроде шумные, да? Ага. Ну, может быть, это просто у нас такая, такая культура. Когда, ну, там, близкий человек вместе, мы очень вместе весело, все вместе громко говорим, мы считаем, это шумно, а весело. А когда перед другими, тогда, наверное, и так держим дистанцию. Но я знаю, что у китайцев не принято, в принципе, выражать свои эмоции. То есть нельзя говорить, что тебе плохо или там грустно, еще что-то. Это правда? В китайских фильмах герои, настоящие герои, всегда держат одно лицо, чтобы враг не знал, что он думает. Мы не хотим перед другими выражать свои эмоции, чтобы не вызывали неудобства для других. То есть это к вопросу о неудобстве. А я вот знаю, что у нас, в принципе, с китайцами отличается мышление. И я тут за кадром общалась с твоей дочкой. И ты знаешь, она мне рассказала такую историю, что некоторые русские слова, они по-китайски означают немного другое. Ну, например, «включить свет» в китайском языке означает «открыть свет». Да, да. На китайском языке появляются у одного иероглифа появляются разные значения. Как она сказала, да, включите свет, кай дэн. Кай – это не только значит включить, еще и начать. А были в русском языке какие-то слова или выражения, которые тебя удивляли или удивляют до сих пор? Например, мы едем на автобусе, да, мы едем. А почему автобус идет? Почему так? Ты не знаешь? Еще, например, на китайском языке снег, ну, из небеса падает. На русском языке тоже говорится, снег идет. Ноги есть, что ли.
Я читала твои интервью, и в одном из своих интервью ты сказала, что ты никак не можешь привыкнуть к тому, что русские все время думают об отдыхе. При этом я посмотрела, в Китае рабочий день точно такой же, как и в России, 8 часов. А в чем тогда выражается вот этот вот китайский трудоголизм? Вы остаетесь после работы или как? Я сейчас объясняю, почему. Когда я первый раз приехала в Воронеж, как раз летом, все вокруг обсуждаются, ни в Актяне были на море, и не в Турции были, ни вас собирались поехать на море. Я вообще удивлялась, что все отдыхают, кто работает, почему не работает, надо же выживать. А я сейчас поняла, я сейчас тоже как русские, только начало лета, сразу думаю, куда поехать, потому что в России очень холодно, зима, нужно, чтобы на тёплое место, чтобы загорели хорошо, чтобы витамина хватает в организме. Это правильный образ жизни. Я тоже люблю такой образ жизни сейчас. А в Китае такого нет, чтобы люди планировали свой отпуск там заранее, летом? У нас лето самое жаркое время. На самом деле неприятно куда-то ехать. Ну, бывает, что, например, дети как раз каникулы, родители планируют отправить их тут куда-то, чтобы путешествовали. Как отдыхают вообще русские и как отдыхают китайцы? Китайцы чаще всего отдыхают всю семью. Я еще заметила, что, как ты только что сказала, китайцы часто все коллектив вместе отдыхают. Рабочими именно, да, в смысле вместе, там, да. Из офиса, из компании? Да, да, да. Вместе куда-то поехать, где-то отдыхать. А у русских не так? Может быть, я мало работаю, я пока еще не заметила. Я еще слышала такую историю, когда китайцы приезжают на отдых, они иногда ведут себя не совсем культурно, как кажется европейцам. Это вообще так или нет? Ну, то есть, не знаю, там, они могут очень громко сморкаться или кашлять, или там делать отрыжку, потому что, типа, кто-то говорит, что для китайцев это признак такого счастья, что ты свободен, можешь делать, что хочешь. Это правда так вообще или нет? Да, если какие-нибудь, они просто, наверное, просто первый раз, и они пока еще не осознали это, и поэтому они так ведут себя. На самом деле, в Китае уже много людей обсудили по этим вопросам. Медиа тоже начинают вести себя культурно, хорошо. Ну, по общепринятым европейским, конечно. Да, да, да. На самом деле, у нас тоже все время говорится, если ты турист, тогда надо соблюдать их традиции. Такую смешную историю сказать. Когда моя мама была здесь, я ей показала церковь здесь, недалеко от этого парка. Я маме показала, она стояла у входа, смотрела, все так делают. Она тоже так начала это делать. Я сказала, ты что делаешь? Она сказала, они так делают, мне тоже надо так делать. Хотя она не поняла, почему так делать, для чего это. Ну, ты ей объяснила, я думаю. Я объяснила. Как твоим родителям вообще понравилось в России? Сначала они очень удивлялись, почему нет людей. Почему так мало людей, почему все так тихо. А потом они тоже начали привыкать, им очень понравилось. А что в нашей еде им понравилось больше всего? Пельмени. Ну, борщ тоже попробовали, просто тоже они не все готовы попробовать. Ну да, страшно. Да. Я тоже не все готова пробовать в Китае, если честно. Но у нас же тоже есть пельмени, есть вареники там и с вишней, и с картошкой. А кстати, это китайцам вообще не можно представлять, как еще пельмени бывают сладкие. Тогда много китайцев это темная еда. Почему? Потому что как же так пельмени сладкие? Мы не можем понять. Нин, хочу завершить с тобой тему сравнений, но уже более конкретно. Давай я буду называть определенную сферу жизни, а ты ставить оценки от 1 до 5 и объяснять, почему. Хорошо. Удобство жизни в России и в Китае. 5-5. Почему? Потому что я вижу, и в России хорошо убивается, и в Китае хорошо убивается. Лучше и лучше. Например, в Воронеже, потому что я постоянно живу в Воронеже, я смотрю, парк реконструируется. Да, дорога лучше и лучше станет. А и каждый раз, когда я вернусь в Китай, я всегда удивляюсь. Новые дороги, новые здания. Общественный транспорт.
Удобство, регулярность, доступность в России и в Китае. Тоже 5 и 5. Возможность реализации, особенно для молодежи, в России и в Китае. Ну, сейчас в России есть много возможностей. Дети могут заниматься то, что они хотят. И в Китае тоже. А вот что, если говорить, например, насколько большая конкуренция в Китае, если, например, мы с тобой вместе закончили университет, насколько высока вероятность, что и ты, и я найдем работу? В Китае плотное население, и поэтому, конечно, очень конкуренция, я думаю, чуть жестче, чем в России. Какую оценку ставим в итоге России и Китае? Наверное, в России 5, в Китае чуть ниже. Теперь стало, наконец, еще больше понятно, в чем разница и в чем сходство между Россией и Китаем. Скажи мне, чем займемся дальше? Хочешь ко мне в гости? Слава, очень приятно с тобой познакомиться. Взаимно. Мы находимся у вас на даче. И для русских, конечно, это максимально привычно иметь какое-то жилье в городе и иметь дачу. А насколько это привычно для Китая? Ну, в Китае обычно люди покупают квартиру, если денежные средства позволяют еще одну квартиру купить, может, еще третью купить. Но дачу не принято покупать, ездить, выращивать картошку. Сейчас есть такая тенденция, наоборот, вернуться в деревни, там тоже построить свой коттедж. В основном богатые люди так делают. Поняла. Это, причем очень богатые. То есть надо понимать, что не просто богатые, а очень богатые. Потому что все, что связано со своим частным жильем, это прям дорого. Я знаю, что вы познакомились в университете. Нина, расскажи, пожалуйста, а чем Слава тебя так привлек? Но когда я только познакомилась с ним, он работал тренером по ушу. Я очень удивлялась человека, который любит ушу. Китайскую культуру. Китайскую культуру. Он все там оформил себе визу и поехал в Китай учиться. Это очень удивительно для меня. А потом оказался он еще музыкант. То есть он играет на гитару, на флейт, еще на это барабан. Когда у меня плохое настроение, он без меня играет на гитару. А потом я еще заметила, что он сам установил водогреватели, сам собрал шкафу, еще он сам собрал велосипед. Я все время удивляюсь и думаю, что он еще умеет. Но больше всего он очень надежный человек. Когда я рядом с ним, я всегда чувствую, что я спокойна. Слава, расскажи, а чем тебя привлекла Нина? И есть ли вообще какие-то отличия между европейской женщиной и азиатской? Есть, конечно, отличия. То есть самое главное, чтобы я вот мог сказать, что вот азиатские женщины, как мне кажется, гораздо больше вот стремятся, ну, как бы, не знаю, чтобы в семье все было хорошо. То есть все делают для этого. Вот. Ну а так, просто у меня вообще, я Востоком занимался, как-то меня все это вот привлекало, конечно, с абсолютно разных сторон, и со стороны эстетики, и со стороны там содержания. Можно даже сказать, что более культурный, что ли, в общении. То есть вот как ни странно. Нина, расскажи, как ты Славу познакомила со своими родителями, и как они вообще отнеслись к тому, что твой будущий муж не китаец? Когда я только что познакомилась со Славой, я сразу сказала родителям и всем моим родственникам. Они знают его, мы вместе даже ходили в гостях. Но в то время мы просто хорошими друзьями. Всем понравились. Ну, как просто общение, что интересно, иностранец. Да, да. А потом я решила, что поеду в Россию. Я сказала родственникам, родителям. Родители, конечно, переживали. А сестра, брат, они поддерживали меня. А как вообще в Китае относятся к межрасовым бракам?
Ну, я, насколько знаю, достаточно нормально относится, потому что, ну, есть разные национальности, да, как кто-то более щепетильный к этому. В Китае такого прям нету, какого-то пренебрежения, или все нормально. А есть вообще какое-то отличие в бытовом плане? Ну, то есть вы заметили, что, может быть, там в Азии, в России, вот именно в бытовом плане, ну, как-то непонятные есть штуки? Мне очень, конечно, нравилось, как Нина готовила, потому что мечта на самом деле, то есть китайская еда, это же совершенно как бы особенное было. Поначалу, конечно, Нине было непривычно, там она домом так сразу вот не занималась, потому что, ну, у нас вот, когда говорили, что я, например, сам все по дому делаю, да, вот в Китае чуть это менее принято, то есть там мужчины, ну, наверное, зовут как бы больше профессионала, там, кто свет сделает. То есть, а у нас мужчины, конечно, многие вещи сами делают. Вот. Кстати, в Китае мужчины гораздо чаще готовят. То есть, вот, но у нас по-русски в итоге произошло, что Нина готовит. У вас дочка. Прекраснейшая просто дочка. У нас, мне кажется, вся съемочная группа влюбилась в нее. Ей 8 лет. И я знаю, что вы принципиально для себя решили, что хотите, чтобы она росла здесь, в России. А почему? Она очень любит музыку, любит танцевать. Здесь у нас много друзей именно занимаются танцами, рисованием. Я думаю, здесь получше условия для нее. Ну, в целом еще уровень, ну, жестче образования, то есть нагрузка общая на детей высокая. Плюс на самом деле там, если общие фразы сказать, это все гораздо дороже. То есть дополнительное образование. Вот у меня здесь она занимается в достаточно серьезных там танцевальном коллективе, и музыка, это все нам почти ничего не стоит. А коллектив такой, который там полмира объездил, и это 500 рублей, по-моему, в месяц. В Китае, конечно, это все платное. И там даже сейчас ограничили вот, возможности дополнительного образования, потому что нагрузка огромная на детей, и там уже на государственном уровне вмешиваются, то есть ограничивают количество, которое можно детям заниматься дополнительно, потому что родители, естественно, хотят, чтобы ребенок был чемпионом, ну, условно, да, говоря. Да, и поэтому вот эти все секции, школы, это тяжело достаточно. Слав, а вот ты сказал о том, что мы хотим брать лучшее из китайского менталитета и из российского менталитета. А можно на каких-то примерах? Китай — это дисциплина. Чуть меньше свободолюбия и креатива. То есть в России как бы с дисциплиной хуже, чем в Китае. Что значит дисциплина в Китае? Допустим, выполняя любую работу, учебу, все, они гораздо более дисциплинированно подходят ко всему этому процессу. То есть наши там могут как-то там видимость создать, но в реальности как бы отлынивать и что-то не делать. Вот. Но компенсируется это смекалкой, то есть зачастую, когда человек может как бы сильно не вкладываться, но что-то организовать, и как бы результат все равно будет. Здесь еще связано, все эти вещи, они же тоже природой обусловлены. Природой в каком смысле? Население. То есть там очень оно плотное, и, соответственно, там вот это вот, если ты рук. На тебя сильно влияют. Там так есть понятие такой коллективной ответственности. Это вот впервые там какой-то древний император там вел, например, коллективную ответственность за какие-то проступки. Соответственно, у них это все на генном уровне, то есть человек даже боится, что даже это как на родственников плохо повлияет, поэтому старается там выполнять. А что выполнять? Ну, понимаю. Работу более как бы добросовестно. У нас, например, все, в 5 часов вечера, если, то человек там, вы его не задержите, как бы босс ты, не босс, это бесполезно. А там могут попросить и выходной, и попозже, и как бы вариантов особо нет, как бы, хотя вроде как обговорено до 5, то есть больше работают. И никто не откажется, да? Ну, редко. Редко, потому что отказаться ты можешь, но через 2-3 раза, там, допустим, тебя могут как бы и продвигать поменьше, и как-то там, ну, в чем-то усечь, поэтому... Ну, это Азия, вот в этом смысле она вся похожа. Нина, ага. У меня осталось 3 вопроса, угу. Которые я задаю всем своим гостям. Угу. Ты готова? Давай. 3 главных качества русской души. Это очень сложно ответить. Как ты только что сказал,
есть свое мнение. Ну, более свободно, наверное. Я заметила, что русские мужчины чаще всего занимаются какие-то спортом, боксом, крепкие. Ну так. Да, это из... Можно так в целом, я более мужественный. Почему? Потому что больше склонны к каким-то мужским видам спорта. Затем в Китае не так это все принято. Русские очень любят на природу ехать. Природу очень любят. То есть, когда свободные, сразу все собираются в лес, шашлык жарит или на речку плавает. Даже зимой тоже, когда холодно, тоже с удовольствием ездят на природу. Три вещи, к которым ты никак не можешь привыкнуть в России. Первое, я уже сказала, молоко. Это сразу понятно. Второе, я очень люблю русскую зиму. Когда только начинается зима, везде чисто белая красота. Но длинную зиму я не могу. В конце зимы я всегда чувствую себя, что-то не хватает. Третья вещь, наверное, очень сладкие вещи, десерт. Я покушала потом, но непривычно для меня. Что русскому нужно для счастья? Можно у тебя спросить, для тебя что такое счастье? Нет, я хочу узнать, как иностранец видит счастье по-русски. Счастье по-русски? Да, как тебе кажется, вот что для нас счастье? Для вас счастье? Свобода. Нет? Свобода. Спасибо вам большое, что вы провели эти дни с нами. Спасибо, что показали Воронеж своими глазами. Ну и, конечно, хочу напомнить вам, что хорошо там, где мы есть. И желаю вам отличного завершения этого лета, чтобы не мерзли. Спасибо. Чтобы дочка пошла в школу. И в целом все было отлично. Спасибо большое. А это проект «Мы и они», и я его автор Мария Шахова. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и обязательно пишите комментарии. Мы все читаем. Ну и, конечно, то, что не вошло в основной выпуск, теперь будет в нашем телеграм-канале и ВК. Поэтому обязательно подписывайтесь.